В Анкаре тысячи человек присоединились к маршу протеста против приговора депутату оппозиционной Народно-республиканской партии и журналисту Энесу Бербераглу. Турция готова заплатить любую цену, чтобы добиться справедливости в стране. С такими словами председатель партии Кемаль Кылычдароглу вышел на демонстрацию. Манифестанты держат в руках плакаты со словом «Адалет», «Справедливость». «Ради будущего нашей страны, ради будущего наших детей мы должны бороться сообща. Наш марш не связан с какой-либо одной политической партией. Это священный марш за справедливость». Участники акции идут из Анкары в Стамбул. Маршрут длиной в 450 километров они планируют преодолеть за 28 дней. Бербераглу обвиняется в политическом и военном шпионаже. В среду суд Стамбула приговорил его к 25 годам тюрьмы за передачу информации редактору оппозиционной газеты «Джумхурет» Джану Диндару для статьи, в которой утверждалось, что турецкая разведка снабжала оружием боевиков исламистов в Сирии.